Национальная вещательная компания САХА и Государственный цирк Республики представляют. Наш следующий участник придает особый колорит нашему проекту. Он родом из Исландии, вырос в Люксембурге. Он настоящий викинг. В наш далекий северный край он приехал работать авиатехником. И здесь он встретил свою любовь. Знакомьтесь, Арнер Палса. На нашем проекте Арнер выступит в дуэте с Евгением Прокопьевым. К слову, Евгений учился с женой Арнера еще на факультете иностранных языков. И исполнят они якутскую песню «Нюргугуннар». Ваши аплодисменты. Прошу ваше мнение. Пара номер 8.
выступление прекрасное. Теперь необходимо нашему земляку съездить туда и спеть ихнем языке. Спасибо. Сейчас пришло время для экспресс-интервью с нашими участниками. Михаил! Мы встречаем наших участников Евгения Прокопьева и Арнера Палсен. Поздравляю вас с удачным выступлением. Арнер, не пожалел, что принял участие в нашем проекте? This was very nice. It's always nice to perform for the Yakut people because they are very open. Всегда очень приятно выступать для якутского зрителя. Якутский зритель очень открытый, сказала. And it gives me a good power to perform for such a nice audience like we have here tonight. Реакция, аплодисменты дают такие силы внутренние, что хочется выступать и выступать. Арнер, а сложно было выучить якутский язык? It's been taking me a while to learn it, but the reason I learned it now is because my wife's grandmother passed away recently, and she always wanted me to learn Yakut, so it's in her honor. Конечно, заняло некоторое время, чтобы выучить якутский язык, но все же мы общаемся с родителями Марии, с его женой, и у себя на родине тоже. Евгений, вот ты уже который год поддерживаешь участников нашего проекта, вот в этом году сложно было работать? С Арнером мы дружим уже несколько лет подряд, и эта интернациональная френдшип у нас продолжается. Так что ему очень легко было спеть эту песню. Арнер очень творческий, очень открытый тоже человек. Поэтому вот скажешь ему «иди направо», он идет направо. Скажешь ему «иди налево», он идет налево. Так что все очень легко. Все. В общем, ты управлял Арнера. Ну а решение о участии в телеконкурсе «Две звезды» на самом деле приняла жена Арнера, Мария, которая уговорила. Я был очень занят в эти предновогодние и посленовогодние дни. Арнеру было бы только сказано, как говорится. I just want to say also, you really don't have to speak a lot of Russian or Yakut to understand the Yakut people, because everybody here is very open. And when you play your international instrument, then everybody understands. Everybody understands the homos. Он говорит, что неважно, на каком языке ты разговариваешь или поешь песни, самое главное вовремя достать хомус, и тогда все будет ясно. Абсолютно верно. Это были наши участники Арнер Палсен и Евгений Прокопьев. Спасибо.